все покрутила. Сегодня мы с вами будем делать помпончик при помощи кулинарной вилки и ниток. Значит, берем нашу вилочку, ниточку, прикладываем и начинаем обматывать. Стараемся не сильно затягивать нитку и обматываем аккуратно рядочек, чтобы помпончик получился ровненький. Для того, чтобы зафиксировать посередине наш помпон. Завязали. Завязали посерединке наш помпон. Как можно туже. Зафиксировали. С вилочки нашу заготовку. Сняли нашу заготовочку. Мы должны еще раз зафиксировать ее. Теперь, когда разрезали, мы распушаем наш помпончик. Вот. Осталось обрезать неровности, получится выше. После того, как мы обрезали все неровности, еще раз разровняли наш помпончик. И вот такой симпатичный, красивый получается помпончик. Можно делать разных цветов, разного диаметра. Всем пока-пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!